годовщина Росгвардии. Расскажите мне про это сны. Куда вы убегаете? Куда вы убегаете? Уважаемые, вы только что тут предъявляли людям претензии. Я вас спрашиваю, каким образом? Стойте! Да стойте вы! Поняла! Что делаете? Ну, народ же требует! Вы сами предъявили людям претензии. Народ требует! Да, я обращаюсь. Я задала вопрос. Мне неадекватная политика? Люди, вы видели неадекватную политику? Нет! Молодой человек неадекватный. Так вот. Он предъявил людям претензии. Мы спрашиваем, когда и кем Вера Никитина посвященная годовщине Росгвардии. Это не получено. Пожалуйста, ответьте, пожалуйста. Что это вам делает? Я приеду, граждане, я житель Владивостока. Мы пришли. Да! Так я вас спрашиваю, я задала другой вопрос. Вы не пришли на митинг. Я задала вопрос, где и когда вы почему вы пришли на несанкционированное? Ответьте на вопрос. Я уже вопрос. Я еще раз говорю. На недоставание решения суда. По Глонасске, который будет. Через Глонасске и совершенно разные темы. Признано указом губернатора, что люди здесь не могут собираться без какого-либо уведомления. Вы знаете, вы знаете решение суда? Вот заявленное вами время, это публичное мероприятие. Я имею право здесь хоть 24 часа в сутки выходить. За что? Так вот, я вижу все вопросы. Спрашиваю вас, где, когда? Нет, это уже придирается. Он уже придирается. Я спрашиваю еще раз вопрос, пятый раз. Когда? Я у вас спрашиваю, когда и где нет. Да вырывать прекратите! Геноцидом народа вырывайте! Спокойно, я 28 раз задаю ему вопрос, что требует от него. Задайте вопрос. Значит, этот товарищ вышел и предъявил людям репутацию. Я спрашиваю его, когда и кем, каким СМИ было анонсировано мероприятие, которое заявили в Google? Какого числа? Как еще? Ну, вы видели, вы же мероприятие. Давайте я отвечу. Вы же мероприятие. Вы ответите на ваш вопрос. Вы же мероприятие. Где анонс этого мероприятия? Каким числом такого мероприятия? Когда вы подали, как причем? Вы геноцидом занимаетесь, вы вообще понимаете? Вы же сообщаете, вы же сообщаете людям. Вы в своей стране геноцидом занимаетесь. У вас нет анонса. И вы этого не понимаете, что вы сейчас обманываете народ. Вы кого вы ведь обманываете? Вы хотите, вы выставляете народ дураками? Здесь что, дебилы стоят? Вы дебилом людьми-то дебилы. Ваше мероприятие. Я спрашиваю про ваше мероприятие. Ваше мероприятие. Ответьте за свое мероприятие. Наше мероприятие — это жизнь в этой стране. Я спрашиваю про ваше мероприятие. И она у нас санкционирована. Кто, я спрашиваю, если бы не организатор, какого вы имеете права? Поняли, да? Позор! 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 Все-таки я так и не услышал ответа на свой вопрос, а? Вы ведь его охраняете. Конечно! От народа там гуляет. Я вот хотела прочесть про ваши мероприятия. Я имею право знать про ваши мероприятия. Где и когда был анонс? Расскажите мне, пожалуйста, в каком случае это было предъявлено? Вот тот? Ну, это который, типа, я примитив здесь заявил. Какой-то там, да? Пряженый. А он не представлял вы вообще. Узрите его охраняют. Полномочий не сказал. Какой-то полномочий. Где его полномочий? Чего? Туалета или кого? Полномочий ничего не может, да. Я не понимаю, полномочий. Чего? Вот чего я хотела спросить. Чего, кого и зачем? Ну, он вам представился? Как-то вам не надо. А мне надо. Вы видели, что я не могу? А у меня еще есть проблема, что у меня неадекватно. Я неадекватно спрашиваю.
кто он такой? Ну нормально, да? То, что он приходит и заявляет народу, что народ сюда здесь собрался вне закона, это адекватно. Да мы все здесь неадекватны. Конечно, мы же все дебилы. Да. Нам уже написали, что да. Это 4-2 рождения двоюродного племянника. Да, почему? А потом скажут, что это к нему пришли на митинг. Да, а так, написано, так и будет, да? На митинге Росгвардии было. А в России не постоять. С нами постоять. Нет, вы должны спросить. Я должен учить. Ну, конечно, я прошу, если не приезжает, он вам обязан ответить, он и что. Давайте мы вопрос, он дадим, с нами будете. Давайте мы вопрос, он дадим, да. Не надо. Но он-то, понимаете, мне что радует, что все-таки наша полиция еще с 2008 года не разгоняла. Они были на стороне автомобилистов. Это потом уже ОМОН приехал. Потому что они сами ездят на правых рулях. Вообще без машины, но все равно. Они понимают, что Медведева воровывает не только... Медведева воровывает и его семью тоже, его детей, его родителей, его самого. Все? Правильно я говорю? Он просто все это понимает, но сказать не может. Спасибо большое. Похлопаем милиции нашей.